Бесплатный поезд привез фанатов футбола в Самару на игру чемпионата мира. Сенегальские и колумбийские болельщики приехали посмотреть захватывающий матч между своими национальными командами. В тусовку иностранцев случайно попал и фанат из Челябинска Максим Ситников. Он рассказал, что всю ночь до утра они спорили, доказывали друг другу, чья сборная лучше и с каким счетом закончится важнейшая встреча в группе H. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Мне нравится южноамериканский футбол, и Хамес Родригес и Фалькао, я думаю, что не забьют. Но Сенегал тоже отличная команда, но мне кажется, Колумбия лучше. Я прошу прощения у болельщиков сборной Сенегала, но Колумбия победит со счетом 2-0, потому что у нас есть отличные футболисты и просто наша команда лучше. Сенегальские любители футбола настроены иначе. Они уверены, что именно их национальная сборная будет играть в 1/8 финала чемпионата мира. Сенегал выиграл у Польши и сыграл в ничью с Японией, и в каждом матче забил по 2 мяча. А вообще они турниром довольны. Все матчи группового этапа очень интересные и захватывающие. А российское гостеприимство их приятно удивило. Все очень хорошо. Русские – сказочный народ. Организация соревнований превосходная. Нигде такого не было. Ни в одной стране, где проходил до этого чемпионат мира по футболу. Чтобы в городах и по стране по паспорту болельщика можно было ездить бесплатно. До начала футбольного матча Сенегал-Колумбия фанаты рассчитывают разместиться в гостиницах, погулять по набережной и заглянуть в фан-зону. А у кого нет билетов на игру, останутся смотреть футбол на большом экране на фестивале болельщиков в дружеской обстановке. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.